13 апреля 1944 года летчику Ивану Алимкину, уроженцу села Жерздево Щекинского района, присвоено звание Героя Советского Союза. Алимкин вел группу уилов для бомбардировки противника. При подходе к цели он обнаружил 10 фашистских пикировщиков, и у него созрел дерзкий план – атаковать противника и заставить пилотов сбросить бомбы на немецкие позиции. Пятерка советских уилов ворвалась в строй фашистских самолетов. Алимкин нажал на гашетки. Немецкие пушки с земли открыли огонь. Бомбардировщики противника, сломав строй, сбросили бомбы на свои танки. До победы оставалось 391 день.